Дом горел в тотьме на улице Ворошилова. Сигнал о происшествии поступил сегодня в 4:50 утра. Как сообщили в МЧС, дом одноэтажный, нежилой. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра. В результате пожара повреждены кровля, чердачное перекрытие, внутренняя и наружная отделка. Причины возгорания устанавливаются. В связи с похолоданием к родителям Череповца обратились в МЧС. Спасатели предупреждают о том, что скоро наступит период становления льда на водоемах, поэтому взрослых попросили провести профилактическую беседу с детьми. Мамы пап просят рассказать о том, что несовершеннолетним нельзя находиться в непосредственной близости от водоемов и на льду без присмотра взрослых. За нарушение запрета, напомним, родителям может грозить штраф. Кроме того, у школьников Череповца со следующей недели начинаются осенние каникулы. Взрослым необходимо обеспечить досуг детей во избежание опасных ситуаций. Например, спасатели настоятельно рекомендуют не закрывать ребенка в доме, не оставляя ему ключи. В случае пожара он сможет самостоятельно покинуть горящее помещение. «Ох уж эти медицинские маски», – написал автор поста в группе ДТП «Череповца». Череповчанин запечатлел, как водитель использует этот медицинский аксессуар. На маску автолюбитель закрепил знак аварийной остановки, тем самым обозначил: машина сломалась. В критической ситуации на дороге в ход пошло вот такое подручное средство.